Как находить людей, заблудившихся в лесу? Как действовать при обрушении зданий и при наводнениях? Каждый год сотрудники 15-й специализированной части тренируются и повышают свой профессиональный уровень. В этом году свои навыки специалисты МЧС отрабатывали, ставя на воду затонувшее судно и спасая пассажиров. Главное, уверен опытный инструктор Сергей Герасимов, это слаженная работа в команде. Продемонстрировать умение сотрудникам части придется уже в ноябре. В Омутнинском районе пройдет межрегиональный чемпионат по поисково-спасательному спорту «Вятский лось». 48 часов участникам соревнований придется преодолевать этапы, решать проблемы по жизнеобеспечению и выживанию. При этом сотрудники МЧС надеются, в реальной жизни не произойдет событий, в которых придется применить свои навыки. Пытались сделать так, чтобы каждый человек оказался в среде, не паниковал, правильно одел, встать на середину. И работал в команде для того, чтобы решить ту проблему, которая вдруг чрезвычайно возникла.